порадует нас не только хорошей игрой, но, возможно, и каким-то сувенирчиком. На арене здесь Вперед, Луко! Вперед, Луко! Какой счет ожидать сегодня? 4-0. Смотрите, тут... А вы? 6-1. Продолжаем, да? Да, продолжаем, продолжаем. Вот вы наказания вырезаете, как вам какие-то, да? Давай. Давай. Все. Нету? Thank you.
Thank you.
Спасибо, спасибо. Что поменялось в «Локомотиве»? Именно тренер так повлиял, коллектив собрался. Что послужило отправной точкой и потом главной витаминкой для того, чтобы болезнь не сяк? Я думаю, это совокупность факторов. Все слилось воедино. И нам очень повезло, что пришли хорошие ребята. Пришел тренерский штаб, который чувствует, понимает команду, знает, что ей надо, что ей необходимо. И, собственно, благодаря всем этим факторам мы вот сделали то, что сделали. Давай, давай!